Саженцы рябинника, рябинолистного пинк-хоупи, пинк-хоупи. Несмотря на свое название, этот необычный куст относится к семейству роз. Рябинник достаточно высокий, 3 метра. Основная его гордость – это пышная крона, которую образуют раскидистые ветви. Свое название этот вид получил из-за формы листочков, которые похожи на рябину, на этом сходство заканчиваются. Особенно красив куст весной, он буквально переливается всеми красками. Листочки формируют длинный лист. В летний период куст становится привычно зелеными и выгоняет белоснежные грозди цветов. Растение плотное и хорошо покрывает землю. Оно не требует особого ухода и обрезки. Рябинник, рябинолистный пинк-хоупи – это кустарники высотой 150 см с типом роста, среднерослый диаметром 120 см. Цветет растение в месяц май, июнь, июль. Аромат у цветов нежный. Окраска цветка белый. Лист растения по форме сильно рассеченный. Весной листва по цвету зеленый, летом листва зеленый, осенью листва многоцветный. У растения нет шипов. Важно, что рябинник, рябинолистный пинк, хоппи, самоопыляемый, обои полый. В качестве места выращивания прекрасно подходит открытый грунт. Вы можете купить это растение в нашем интернет-магазине в сосорта.ру. У нас огромный ассортимент семян, луковиц, рассады, саженцев и крупномеров. Доставка по всей России и СНГ. Для заказа перейдите по ссылке, которая находится под этим видеороликом, в описании. Лайкайте наше видео и подписывайтесь на наш канал, чтобы раньше всех узнавать про новинки российской и зарубежной селекции.